Давайте поговорим о важных вещах. Доступность медиума – это классно. С другой стороны, ну и классно то, что кто угодно может делать красивые картинки. Мне кажется, профессионала от непрофессионала отличает то, что у любителя красивые картинки – это штука случайная и нерегулярная. Профессионал может делать красивые картинки тогда, когда ему нужно их делать. Ну и главная штука – это повествование и степень воздействия на зрителя. Просто красивая картинка отличается от какого-то все-таки произведения искусства тем, что оно тебя глубоко трогает. Просто красота, лишенная смысла и глубины, сейчас уже ценности такой не имеет. Это как с живописью было в какой-то момент. Повторить реальность казалось самым ценным. Потом оказалось, что чувство, форма, эмоция гораздо преобладает. В фотографии происходит та же самая история. Как бы важно, как эмоционально это на тебя воздействует, а не просто красиво это или нет. Материальность и нематериальность фотографии – штуки, которые зависят, мне кажется, в первую очередь от концепта и функции изображения. Материальность кажется более значимой, потому что ее меньше. Но это все-таки субъективное восприятие нас, живущих в этот момент времени. Как бы спросите людей 20 лет назад, они бы сказали, что вау, фотография на мониторе – это в 100 раз ценнее, чем фотография на бумаге, потому что его кругом фотография на бумаге, напечатанная, физически присутствует рядом с ним. Поэтому это, ну, как бы это все штуки про субъективные ощущения, и фундаментально медиум не меняется от того, на бумаге или на мониторе, потому что фотография работает через фантазию зрителя, как бы зритель ее оживляет. Фотография – это момент. А наше сознание дорисовывает, что было до, что будет после. Как бы и все равно это на бумаге, на мониторе, на телефоне, на стене дома. Искусство – это всегда манипуляция. Ты заставляешь человека каким-то образом относиться к тому, что ты ему показываешь. Соответственно, то, как ты показываешь, очень сильно влияет на то, как он воспринимает то, что видит. Это как, когда мы что-либо произносим, очень важно произнести нужным образом. То же самое, если мы что-то показываем, нужно показать нужным образом. И то, как мы показываем наше произведение, определяет, как его воспримут. Вот это вопрос, над которым, мне кажется, в целом бьется человечество. Между дизайном и искусством есть еще такая категория artistic bullshit. И вот когда заканчивается artistic bullshit, то начинается либо дизайн, либо искусство. Есть функциональная полезность, есть эмоциональное воздействие. Да, это как бы вот граница. Дизайн, он как бы его абсолют – это функциональность, искусство – эмоциональность. А есть точки, где это соприкасается и работает вместе. И это чудеса, это вот моменты каких-то гениальных просветлений, которые случаются. Но мне кажется, что классно, когда это все вместе, когда дизайн и искусство, они объединяются. Потому что дизайн ради функции – это ремесло всегда. И то же самое, как бы, когда мы говорим про фотографию. Фотография функциональная, прикладная – это ремесленное проявление. Но при этом, если прикладная функция сочетается с мощным эмоциональным воздействием, ну вот как раз мы выходим в какое-то такое поле, где ремесло и искусство начинают сопрягаться вместе. Аплодисменты.